Привет, мои хорошие, меня зовут Брейн, это у нас бог войны, это у нас Кратос, его сын Атрей, и мы продолжаем наше движение далее. Где мы находимся? Это Мидгард, это у нас гора, предгорье, и наша цель забраться на самый верх. Мы прошли Черный Туман в прошлой серии, добрались наконец-то, практически добрались до вершины. Сейчас посмотрим, что нам делать. Там есть огромные старые подъемники, которые уже очень долгое время не функциональны. Сейчас будем разбираться. Так, я помню, что если шкала вверху золотая, значит, что-то где-то у нас активно есть какая-то пасхалка, какая-то хрень работает, короче говоря. И что? Это позволит мне просто уйти отсюда, если мне это надо. Но мы только пришли, поэтому давайте изучать, смотреть. Так, этот бич, наверное, вставать не планирует. Вон там вижу еще раз, еще два, еще много-много раз. Так, а что у нас здесь? Так, подожди, как у нас квадратик, по-моему, да? Ёпта, он прямо оттуда пробил, видишь? Молодец. Так, там есть какой-то артефакт. Там что-то ценное. Но здесь я пройти не могу. То есть я не разбиваю это дело. Что-то там, по-моему, заработало сейчас. Видишь, опять очередной намек на то, что сюда надо вернуться, когда будет уже прокачка. Так, ярость-то мы забрали. Здесь вроде все. И здесь все. Есть огромные вот такие вот щипцы, они, я так понимаю, поднимают куда нужно. Но как они это сделают без помощи, я пока не очень понимаю. Ладненько, давайте смотреть. То есть в этой локации определенно что-то интересное должно быть. Так-с, погнали. Батя Кратос понял, что работает. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это... Похоже, веревка застряла под камнем. Ты неосторожен. Ты прав. Извини. Ну ничего. Я думаю, что малой еще вырастет, и все у него, наверное, будет хорошо. Так, внутри горы освободите цепь. Да, так это не работает. Опа! У нас проблема. У нас проблемки. Ну что, давайте попробуем какие-то новые виды боевок, как у нас тут. А то одним и тем же приемом жахаем все время. Что с этим драугером? Тихо. Во, пошла. Ха-ха! Баба! Вот и боевка поменялась у нас немного. Так, с этим понятно все. Этого можно вырубить по стариночке. Тихо. Да ты издеваешься, что ли, зараза? Он взорвался. Так, с этим понятно все. Зря мы ярость активировали. Можно было спокойно ее юзать. Нет, Кратос, так не получится. Готово. Враги, в принципе, слабенькие здесь, поэтому особо как бы без напрягов. Так, я тут что-то видел. Что-то где-то у нас лежало, по-моему, ценное. Бестиарий обновлен, понятно. Эта штука не поедет. Сейчас разберемся. Сейчас помню, что нам тут делать надо. Поймем. Так, ты заберешься сюда? Нет, там ты запрыгнуть без помощи. Хотя мальца туда наверх можно было бы загнать, в принципе. Я слышу, по-моему, где-то у нас гном орудует очень активно. О, молодец. Какие-то птицы летают. А, это вороны. Это вороны Одина, смотри. Они такие вот зеленовато-зеленые. Зеленовато-зеленые. Они зеленовато-желтые, если быть точнее. Так, что-то у нас как-то по броне слабовато. А нагрудная броня... Давай посмотрим, что мы можем сделать. Защита плюс 14. Третий уровень. Как бы можно, но сила минус 20 сразу же и защита плюс 8. Как бы мне кажется, что, ну, было бы тупо, наверное, такое делать. А прокачать то, что у нас есть. Так, броня для рук. Опа, вот это хорошо. Но, обломки древнего надо еще больше. Есть 5, надо 8. Надо еще 3, будет тогда все шикарно у нас. Вот есть к чему стремиться, по крайней мере. Так, тут все понятно. Броня для бедер. Видишь, везде нужны обломки древнего, и только тогда мы сможем более-менее что-то сделать. Броня Атрея, что у нас у Атреечка? Так, простые одежды лучника, прицельный выстрел, увеличенный урон врагам, находящимся в воздухе. Атрей иногда находит камни здоровья при ранении Кратоса.
поиском нездоровья. Я не знаю, можно попробовать, конечно, взять ее. Но она зеленая, то есть как бы считается. Это простая руна одеяния. Рукоять топора. Вот это уже интересно. Так, плюс 10. Я же смотрю, чтобы и другие параметры не сильно убавлялись. Чтобы была хоть какая-то идиллия у нас. Так, из сбалансированного у нас не так-то много. Восстановление удачи плюс 10 и сила плюс 2. Изогнутая рукоятка возрождения. Так, я прокачался более-менее и теперь готов идти далее. Теперь давайте смотреть, что нам тут, собственно, творить. Так, здесь можно забраться. Да, у Брока весело всегда. Он какие-то шутейки травит и так далее. Это можно разбить. И там можно, в принципе, пролезть. Сейчас попробуем. Ёпта, и у нас там вроде горит свет. Но туда зайти не получится, наверное, мне кажется. Хотя хрен его знает, сейчас попробуем. Так, вот ништячок для нас. Ого, какое тут все огромное. Ясное дело, это же гора. Ясное дело, это же гребаная гора. Так, там можно перепрыгнуть. Мне кажется, там есть маленькая какая-то пасхалка. Сейчас пойдем посмотрим. Так, поехали. Что-то мы еще здесь не активировали. Если оно все золотое, значит что-то где-то еще есть. Так, Ратос, осторожно. А вот и сундучок. Видишь, как мы удачно вышли? Забираем раз и забираем два. Вот, ярость, конечно, не вся заполняется. Вон там еще ништяки. Блин, охрененно. А можно же было просто мимо пробежать. Так, готово. Что мы взяли? А, сталь взяли и компоненты для того, чтобы сделать потом броню. То, что нам надо было, кстати. Очень-очень удачная тема. Хорошо, малец, побежали. Бежали, посмотрим. Вот сюда, по-моему, можно метать, если не ошибаюсь. Угу. И там это дело открывается. О, мальцу придется не сладко. Ловушки. Ловушки, да. Тут туннель, но тебе не пролезть. Лезь. Ладно. Тут туннель, но тебе не пролезть. Так, он пролезет. Он, скорее всего, будет где-то там караулить, пока мы пройдем. Это, в принципе, логично. Думал, ворона Одина снять. А, блин. Что такое-то непрочитое у нас? Во. Глаз Одина. А мы там были? Да, мы там были. Мы могли там перепрыгнуть, но мы пролезли осторожно. Так, иди давай. Странно, мне казалось, что Кратос без проблем там пройдет. Вроде не особо много места. Так, ладно, поехали. Может, я успею пробежаться? Тихо-т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 ихо
непонятно что. Мы такое видели в самом, начале игры, я помню. Опа. Опачки. Первый пошел. Сейчас второй. Ай, ебашка. Ладно. Так, это не разбивается. Даже боюсь, что мы будем здесь делать. Тихо. Прилив здоровья сразу немножко, видишь, от таких вот атак. Да, это самые классические такие. Понятно. Соберись. Тихо. С верхними тоже все ясно, как нам действовать. Здесь была тварина, но она померла. В общем, которая была у Брока, я так понимаю, похожая. Которая перевозила его груз. Точильный камень, колесо. А! Ты издеваешься, что ли? Надо, видимо, как-то осторожно его выловить. Не, не получается. Я прокачал реакцию, чтобы он быстрее стрелял когтем своим, луком и так далее. Ты, а? Четко как, молодец. Смотри, я ничего не могу с ней сделать. Может, как-то осторожно надо ее вальнуть? А вот, из нее упадает лут. Много разного ценного лута. Так. Ух, как хорошо-то. Как топово, я бы сказал. То, что нам надо было. Забирай. Забирай это. Да, померла тварина, к сожалению. Как она сюда забралась, даже уму непостижимо. Так, там не пройти. Смотрим, что тут еще есть. Вот это вот можно зажечь. Я уже вижу, как говорится, у нас цвет настроения синий получается. Зажигаем синие эти штуки.
Так, а вот это уже другой разговор. Готово. Мастецкий как минимум есть, на эту тварину можно было бы залезть, в принципе. Без проблем. Да, смогу. А! Я вижу. Сейчас все сделаем. Вот. Так, погнали. Но там закрыто. Там так просто не пройти. А он заберется здесь наверху, смотри. Отпускай. Пускай. Куда ты попер, Кратос? Ты что творишь вообще? Ты ей бобо, что ли? Зачем ты это делаешь? Вот. Так, а здесь с мостом что делать? Его тоже можно обрушить. Но надо ли? Понимаешь, там оно как-то сложилось более-менее нормально. А вот здесь я не знаю. Давай попробуем. Если мы хуже, конечно, не сделаем. Ага, вот раз. И вон там два. Готово. Немножко просчитались. Бывает. Немножечко мы просчитали. Сейчас назад надо. Где-то вот так, наверное. Точно. Мне всегда привычнее запрыгивать на крестик. Они сделали на нолик. Немного непривычный момент. Так, это тоже разбивается. Там тоже можно пройти, посмотреть, что там. Тут можно залезть, туда можно перейти. Офигеть, какое количество разных проходов. Ёпта, и работает. А ну, конечно, похвально, что все разбивается. Ёпта, вот это действительно диопта. Но нам туда надо, я думаю, что туда надо бы пройти. Вон там наверху ништячок есть, до него не добраться. Можно пройти вот здесь. Давайте глянем хотя бы, что здесь находится. Так, ну это мы обязательно сюда зайдем. Я не знаю только, надо ли туда по сюжету идти. Ладно, давай уберем. Смотри, еще фонарь. Блин, а мы назад-то мы вернемся? Подожди, стоп. А но вот можно открыть. Нужны? В них есть что-то особенное. Я точно знаю. Так, вот мы вернулись. Те самые ворота, кстати, которые без проблем открывались. Я же хочу посмотреть, что там. То есть будет нелепо, наверное, убежать, не посмотрев, что там находится. А там, я чувствую, много чего должно быть интересного. А вот и свет. Это что такое у нас? Это огромная дыра. Хочу, куда она? Опачки! Ха-ха, внезапно как, а? Я еще думаю, падать, не падать, не умрем ли мы там случайно. Бонусы, ништячки! Прочная свартальская, свальхейвская какая-то там сталь, короче говоря. Чтобы сделать броню мне, там, наручи и мелкому, надо как раз много этой брони собирать. Так, оки-доки. Здесь мы побывали. Давай посмотрим. Значит, возвращаемся обратно. Я прекрасно понимаю, что игрушка уже давно все прошли, и что она не соберет желаемые просмотры, как мне хотелось бы. То есть ее практически не смотрят, потому что все уже давно у всех посмотрели. Просто хочу сказать спасибо тем, кто ждал, допустим, и смотрит у меня. Мне реально приятно. Я действительно не мог пройти ее раньше, то есть при всем желании я ее не забрасывал. То есть когда она вышла, у меня так получилось, что нужно было уехать, и я в попыхах успел только 4 ролика написать. Поэтому, друзья мои, не серчайте, кто досмотрел, дослушал до этого момента, чтобы вы просто понимали, что игра мне нравится, забрасывать я ее не собираюсь, мы ее пройдем. Я знаю, что она долгая, мне уже много чего рассказывали по ней. Опа, а вот и быстрый прием, кстати. Че, фонарил, что ли, собака? Вот. Разобрались. Это что за хрень такая вообще? А, чтобы я мог забраться. Тихо. Я понял. Я тебя понял. Чтобы быстро можно было залезть туда. Там и ворон Одина есть. Чудесно. Я просто помню, записал пару серий, смотрю, по 30 или сколько там собрал просмотров. По 30 тысяч. Очень мало, учитывая, что на других каналах оно, может, сотни тысяч собирает, и тоже люди проходят. Очень было, конечно, грустно от этого. Такс, а что мы можем сделать? Туда прыгать, наверное, нет смысла, а вот сюда есть смысл пройти. Твою мать. Если не оживут, небось.
Тихо. Да нет, не ярость же, идиот! Хотя, довольно зрелищно. Сколько тут старья? Только не вздумай брать ненужный хлам. Это правильно. Это действительно, чтобы не было хламиды монады какой-нибудь адской. Зря мы яростью занули. Ее никак не остановишь, вот в чем вся проблема. Я не нажимал L3 и R3 одновременно, чтобы это сделать. Я еще как бы в своем уме. И не знаю, почему она иногда срабатывает. Но не страшно, накопим ее. Собственно, как я и говорил, мы добрались до этого ящика. О, чешуйчатые набедренники. Концентрация, редкий предмет, для бедер. Просмотр меню, давайте посмотрим. Минус 8 силы, минус 3 живучести, минус 4 удачи, много защиты, много восстановления. Третий уровень, как бы. Вещь хорошая, но она заберет и так без малого у нас, как бы, другие показатели. Поэтому не надо брать, мне кажется, пока. А вот и ярость. Так, здесь мы все посмотрели. Сверху вроде все чисто. Значит, можно двигаться далее. Главное, что пацану брать ничего нельзя. Это, конечно, забавно. Так, я здесь могу пройти. Насколько я помню, здесь можно было упасть. Хоп. Там у нас ловушки. Подожди. Нам надо было наверх, по-моему. Зря мы упали. Погнали. Залезай давай. Стоит и томится. Так, и вот сюда, по-моему, да? Смотри, тут было у нас. Сюда же? Или не сюда? Я уже что-то забыл, на самом деле. Так, это можно сбросить. Чтоб можно было забираться в любой удобный момент. Мы не сюда заходили. А, нет, сюда. Вот, мы обронили эту хрень, на самом деле. Так, хорошо. Вернуться-то мы вернулись, но толку-то? Вот тут что-то работает. Если туда как повалят враги, мало не покажется. Открыть там... А, все, я понял. Я понял, что ты хотел от меня. Слава богу, что оно вроде нормально все открывается. Тут только так слезать можно. Я думал, что пацан уже вполне себе может и так сброситься. Интересно. Но туда зайти не получится. Там какой-то свет у нас. А, там, да, там ништяки есть. Так, погнали. Мы сейчас как-то все это дело привяжем, видимо, чтобы цепь освободить можно было. Давай, потихонечку. Осторожно, Кратос, не торопясь, мы сейчас с тобой что-то сделаем. Я очень надеюсь, что это хорошее. Типа эффект вагонетки, то есть на паре лесом идет... Все не в порядке. И что мы с тобой в итоге сделали? А, типа я могу перепрыгнуть здесь, да? Нет. Странная хурма. Пошли посмотрим. Дальше оно не идет. Там уже дальше завал у нас. Может, надо стрельнуть? Нет, тоже нет. Я на всякий случай проверил, надо мало ли что. Веревку. А если забраться наверх с вагонетки? Хороший вариант. Подожди. Нет. Наверх с вагонетки. Давай попробуем. Туда и так могу забраться. Я хочу понять, про какой верх он говорит. Где мы, что мы должны сделать. Там эта херня не работает. Тут тоже. Ладно, пошли посмотрим. Тут просто обрыв. Тут ничего не получится сделать. Там что-то висит, кстати. Оно упало в какие-то дебри, я туда даже падать боюсь. Эта штука тоже не работает. Мы стреляем, ничего не происходит. Так. Жизни нам пока не надо. Тайные комнаты. Крепко заперто. Согласен. Ты имеешь в виду вот эту вагонетку подвинуть, да? Ну, давай поп... А, тут прочитать можно. Читай. Слушай. Надо достать веревку из-под завала, который ты там устроил. Может, через тот новый проход можно подняться? Увидим. Так, найдена новая легенда. Здесь тоже можно пройти. Но мы здесь, кстати, еще не были. Погнали. Механизмы-то похожи на гномии. Но
камень явно клали йотуны. Наверное, великаны не просто добывали тут руду. Они жили здесь. Так, этот механизм, я так понимаю, не работает сейчас. Выглядит неплохо, но вряд ли мы его запустим. Тут можно забраться. И они сломать точнее. Так, что-то мы подобрали, рубленое серебришко. 200, а 425. Там рыцарь прям сидел такой, знаешь. Солидный. Так, там не пройти, тут тоже не пройти. Лучше все это дело разведать изначально. Хорошо, допустим. Сейчас надо понять, что нам делать с этой вагонеткой. Куда конкретно я должен был ее пододвинуть? Так, это просто камни. Вот еще здесь можно. Вот видишь, сколько ништяков. Если быстро пробегать, на все забивать, и перса особо не прокачаешь, и на все можно подзабить было бы. Нам этого делать не стоит. Так, так. Где я должен был запрыгнуть? Где я должен был залезть? Оттуда я ее приволок. Типа вот сюда, наверное. Точно. Вот видишь, в любом случае мы бы поняли, куда что делать. Вопрос времени. Тяни давай. Так, полезли. Вот про это и говорил Атрей. Ты почти достал. Так, что там с малым? Все нормально у него? Я очень надеюсь, что у него все найс. О, топчик у нас здесь, однако. А ну давай чекнем. По крайней мере, таких мы еще не встречали. Здесь что-то редкое. Пикирующие соколы. Рунный призыв. Вызов стаи соколов, пикирующих с небес на землю. Посмотреть в менюшке. Улучшенные рунические атаки. Слушай, неплохо. Плохо, но у нас нет, во-первых, опыта для этого дела, чтобы прокачать. Я немножко в другие вещи вкачивал. Так, это мы сбрасываем. Тихо, малой. Ты там слишком не прыгай на нас. Что здесь за хрень такая? Что у нас? Тяжело, естественно. А вот и глыба. Огромная глыба. Хаю-хай, меня зовут Глыба, давай. Давай знакомиться, Глыба. Давай, мать твою, там она какая-то исцарапанная вся. Вот, вот, давай. Тяжело, я понимаю, но что делать, выбора у нас нет. Давай, родной, давай. Ух ты, теперь колесо будет крутиться, мы поднимемся наверх. Найдите путь наверх. Наконец-то, господи. Не прошло и полгода, мы сможем нормально подняться. Надо сначала нормально спуститься, чтобы потом нормально подняться. Чпонькс, готово. Воу, дружок, ты что делаешь? Ах ты, зараза, твою мать, а? Ярнфаутер! Давай сделаем ярость. Давай! Ха-ха! Вот это хорошо! Великанчику не очень повезло! Давай! Тихо! Опа, подожди! А вот и добивалочка! Максимально быстрое, максимально жестокое убийство! Ох ты ж твою мать, откуда ты вылез? Согласен. Я ж сам прозрел нахрен. Тихо. Так, минус один. Вот. Разные приемы. Я многих не знаю. Их очень много в игре, на самом деле. Блин, что ты не добил его? Я подбежал, нажал R3, а он его не добивает. Так, это мы заберем. Все наше. Замерзшее пламя. Легендарный предмет. Сверхъестественный материал, сочетающий пламенную ярость. Заберем. Фиолетовые самые редкие. Практически как Fortnite, по сути. Сокрушительный бросок веера ледяных осколков. Опять же, прокачивать не могу, потому что нету опыта. Я в другие вещи качал это все. Так, хорошо. Теперь у нас должно все подниматься. Пошли попробуем. Так. Работает.
Вопрос только в том, что мы А, вот это здесь опускается. Ага. А вот и крюк. Understand. Окей, я понял. Ты имеешь в виду сюда бросить? Чтобы оно замерзло, да? Мы типа зацепимся, потом сможем вверх улететь. Наверное, так работает. Да? Или нет? Или нет? Я думал, что будет такая вот какая-то хитроумно сделанная штука, но... Видимо, я немного ошибся. Он должен что-то взять. А что, ты возьмешь вагонетку? Вряд ли. Камень тоже, наверное, вряд ли. Так, зараза. Ну, давай проверим просто. А, подожди, подожди, неправильно, неправильно, неправильно. Сейчас сообразим, что делать надо. Так, эта штука опускается. То есть надо на нее как-то залезть, наверное, мне кажется. Но она первая улетает. Если бы на нее запрыгнули, было бы, конечно, хорошо. Да, отлично. Подогнали сюда тележку. Я просто на паузе это сделал, думал, мало ли какая здесь может быть тема. Так, сейчас мы ее механизм баррикадируем тихонечко и идем туда. Это поможет. Этот крюк спокойно пойдет. Это как в автомате с игрушками мягкими. Тем, что мы в детстве баловались. Залезай. И мы залезаем. Все, призываем топор и идем наверх. Поехали. Вот, вот и все. 26 минут времени нам понадобилось, чтобы это пройти. Мы поднимемся к самой вершине? Это мы скоро узнаем. Ну, хотелось бы, конечно, на вершину. Что-то там не так. Я чувствую опасность. Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Хорошо. Мне казалось, она как-то медленнее поднималась. Ладно. Геймпад аж трясется весь. Не самая вершина, но близко. Не самая вершина, но такая жопа, да, жипка. Стой! Вот этот целый! Тут записка. Молитва великана. Он просит предков охранять его. Привести домой. Сын. Подожди. Я знаю, как это работает. Смотри. Ого! Да, смотрится эпично. Попросил беречь мою маму. Они сберегут нас на пути к вершине. Идем. Путь не близкий. Да, погнали, посмотрим. Поднимитесь на вершину. Мы это уже пытаемся сделать, ну, как я говорил, уже полчаса-то забраться туда. А как-то вида особо нет. Опа, там ловушка сработала. Малой сразу побежал. Не, чтобы как пример с бати брать. Полутаться, посмотреть, может, что-то интересное где-то завалялось. Вот, например, вот это. И срубленное серебришко. Так. Лезь в тоннель. Понял. Осторожней. Опа! Вроде бы успели. А там дальше посложнее будет. Испытание огнем. А, немножко зажарило. Горелый Кратос. Вот специально для нас хилочка, для тех, кто случайно поджарил свою жопу. Так, еще один туннель. Йоп! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да ладно! Спокойно. Лучше помолчи. Согласен, лучше осторожно. Так, сейчас после этой пройдем. Давай, 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 давай. Жари, дай боже! Тихо, 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 тихо. Спокойно. Да, подожди, 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 меня жарят! Тихо. Во. Так. Враги здесь абсолютно не в тему. Абсолютно. Так, у меня есть буквально немножко времени, чтобы я успел это дело активировать. Так, ну еще следующее пройдет. И мы пойдем. Давай, 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 давай. Вырубай, 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 нахрен. Вот.
Фух, так, слава богу. Нет, испытание — это, конечно, хорошая тема, я не спорю. Тем более, давно у нас такого не было. Ништячки, у нас латное оплечье концентрации. Хорошо, но силу забирает на двадцатку, между прочим. Там что-то есть, кстати. Там, кстати, что-то есть. Я мог пропустить. Я только в темноте это увидел. Серебришко давай, отлично, отлично. Против серебра мы ничего не имеем плохого. Оно всегда греет нашу душу. Ящики нет смысла ломать. Ничего полезного, в принципе. Еще один подъемник. Глядишь до вершины, доберемся быстро. Такс. Сейчас мы его сбросим активно. Я не знаю даже, сколько эта глыба может весить вообще. Помогло. Ха. Тяжелая. Тяжелая. Опа, там что есть? Тут что-то интересное. Так, серебришко. 1500, между прочим, просто так на изях. Значит, что-то надо сломать или порубить, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что нам тут может мешать. Что-то я не очень пока понимаю. А, вот это вот, давай сбросим. Ура! Снова поехал. Да, ни конца, ни края особо не видно. Доберемся до вершины. Далеко оттуда будет видно. Увидим озеро, а мирового змея, а наш дом. Узнаем, когда доберемся. А пока гляди в оба. Да, что нам еще остается? Потому что это классика жанра, когда ты едешь на платформе, появляются враги. Да, плохо дело. Я просто споткнулся. Знаешь, ты же такой сильный, но всегда так тревожишься. Тревога полезна. Благодаря ей мы с тобой живы. Ну да, хотя особой радости от такой жизни нет. Так, плохо дело, плохо. Хорош. Ха-ха. Просто расхреначили их. Так, минус 5 или сколько их там было? Ты набираешься опыта. А вот там была ярость. А я думал, что разбивать их нет смысла. Иногда все-таки маленький, но смысл определенно есть. Сколько там до той вершины? Ты посмотри, сколько здесь все выстроено. Похоже очень на Властелин колец, там где дракон жил. В золоте. Много золота. Нам бы немножко. Тихо, 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 тихо. Приготовься. Оп, оп, и руками, блядь, и ногами его. Вот это правильный подход. Вот это мне нравится. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо отбивать снаряды эти. Их же можно отбивать, я точно знаю. Воу-воу-воу-воу, ребята. Спокойно. Я хочу попробовать отбить снаряд. Сейчас он стрельнет. Мы сделаем отбивание, давай. Стреляй, сучоныш. Давай. Опа! Вот. Но не в него, к сожалению, но тем не менее. Можно как-то в него. Не писали, что можно отбивать их. Так. Напомню, надо больше тревожиться. Мы на месте? Нет, мы застряли. Хреновенько. Так, а здесь можно забраться, по-моему, да? Похоже, часть подъемника застряла в стене. Вытащишь? А у нас выбора никакого больше нет. Главное не свалиться только. Давай, 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 давай. Такс, вроде что-то получается. Как еще подниматься? Я не знаю. На нас еще нападут? Несомненно. Ой. Хорошие ответы. Готовься. Так, слышу. Вперед! Слышу боль. Ах, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо, такая хорошая комбо-атака была. Тихо, подожди, 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 подожди. Умирай, зараза.
Так, по-моему, снова какая-то канитель происходит. Братиш, ты не вовремя здесь появился. Давай, вали его максимально быстро. Хорош, хорош, а? Боже, твою мать! Ты же охренеть не встать просто! Готово. Хорош, слушай, у нас кто-то сверху. Ну, это как традиционно уже. О. Так, ништячки забираем активно. Знаю. Так. Ты ж, крупные враги дают хороший лут. Закон жизни в этой игре. Нам не надо спешить, они вернутся в любой момент. Нам спешить вообще-то надо, я просто думал, может, какой-то груз надо сбросить. Типа тебя, кто много разговаривает здесь, Атрей. Так, давай попробуем еще раз. Не знаю, довезет нас наверх или нет, это уже вопрос. Так, давай, 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 родная, давай. Вот, при желании все получится. Хилочка, спокойно. Спокойно, радость моя. Возможно. Вроде уже свет виднеется. Неужели мы добрались? Отец, когда мы развеем мамин пепел, что тогда? Что будет дальше? Ничего не будет. Мы вернемся домой. И все? Путешествие завершится? Это да. Но у нас еще много дел. Ты был прав там, в лодке, когда я срубил последнее дерево. Ты сказал, что-то поменялось. И это так. Нашему дому грозит опасность. Мы должны позаботиться о его защите и продолжить твое обучение. Ага. Я вижу свет, боже. Неужели? Неужели виднеется хоть что-то напоминающее проблески света? Мы почти на вершине. Нас теперь ничто не... Да ты издеваешься, Отдай, что ли? Держись за мной! Ты издеваешься, зараза гребаная! О, боже. О, май гад, был. Что это, Хреслер? Хуеслер, блин. Сейчас попробуем с тобой. Тихо, надо руку его жахать, видимо. Да, ты прикалываешься. Я же говорю, дракон, гора, Властелин колец. Ха-ха, золотишко. Нормально. Не надо это жрать, не нужно. О, как все плохо. Категорически хреново. Готовься. Плохо дело, плохо. Блин, драконы все-таки няшные, но только когда они не представляют для нас опасность. Охренеть. Вот до вершины мы и не дошли с тобой. Вот это битва. Фу, даже я привзмок немножко от таких битв. Что это за жизнь такая? Угу. Ого, что это? Интересная штука какая-то, согласен. Так, ладно. От дракона, наверное, очень много хороших шмоток выпадет. Какая мысля у нас, да, сразу? Похоже на корень Игдрасиля. Преграды из сока мирового древа можно разрушить с помощью кристаллов и энергии молнии. Угу. Вот оно как. Странно, что мы этого раньше не делали. Ничего себе! Так, выходим. Я так понимаю, что там, видимо, где-то уже есть вершина. Раз уже видим свет. Поверить не могу. Мы бились с драконом. Я метил. Что, пройти? Глаза, надо пройти, нет? Ровно. А драконы тут живут? А когда они тут поселились? Когда великаны ушли? Или они ушли из-за драконов? Мальчик, в горах тяжелее дышать. Болтай поменьше. Вопрос, да, воздух разрешенный. Вроде так. Да. Ладно. Болтай поменьше. Побольше дыши, поменьше болтай.
Блин, классная хрень на самом деле. Мне нравится, как маленькая ручная гранатка. Маленькая ручная гранатка. Надо будет запомнить. Можно даже ускориться немножко. Синдри? Чё-то там происходит неладное. Кто-то кричит. Написано, что Синдри какой-то. Боже, свет! Я уже думал, мы его не увидим сегодня. Стой, сын. Это Синдри. Как убить такого зверя? Надо застать его врасплох. Я могу отвлечь. Что ты делаешь? А, это этот гном наш получается. Ёпта. Иди направо. Выбери место и жди моей команды. Спасибо. Японская мать, может, не надо? Эй, урод! Я здесь! Мальчик, ты что творишь? О, плохо. Ты живой? Плохо, 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 плохо. Надо к нему забраться туда. Ты посмотри, как красавица, как из Игры престолов сбежал. Погнали. Это классика жанра. Это тот самый Кратос из Бога войны, которого мы знаем. Вот именно по таким убийствам. Глазом устреляй. Тише. Охренеть можно. Давай, давай, давай. Да, сильная атака R2 для слабой R1. Он не может сомкнуться и упасть, понимаешь? А если он огнем сейчас срыгнет? Сейчас такой, наверное, будет, не? Быстрей! Просто нет слов. Божечки. Плохо. Плохо дело. Хрена. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, его забрасывать надо этой хренью, я понял. Все. Сейчас. Тихо-тихо-тихо-тихо, подожди, уходи-уходи-уходи. Уходи. Нет? Я думал, так просто мы его сейчас убьем, но ни хрена. Надо, видимо, чтобы он пасть свою разъявил. Только тогда можно бросить. Тихо. Давай. Брось один из кристаллов. Давай, бросай, бросай. Есть. Ха-ха, ну это будет очень долго так. Кристаллы взрываются, мы поняли уже. Ой. Хрень какая-то, по-моему, нет. Такое себе удовольствие. Умертвление его. Уходи, уходи, уходи. Блин, разрывается, видишь? Скорей, скорей, скорей. Что-то я не всекаю, либо я неправильно делаю. Скорее всего, мы не докидываем просто. Сейчас. Под действием энергии молнии. Во! О, его немножко жахнуло. Блин, я чуть не прибило. Подожди, подожди. Давай, 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 Кратос, давай, пока он валяется. Да, не так все просто. Но суть ясна. Тихо-тихо-тихо, куда ты полез? Блин, а? Что тебе надо, зараза, от меня? Уходи. Бери, 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 кристалл, бери. А, только под действием молнии разрушится. Я понял тебя. Я тебя понял, бро. Сейчас будем думать. Тихо, тихо, тихо. Больная хрень, скажу тебе. Блокирует ударную волну, жмите L1. Понятно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ага, ударная волна блокируется, но это мало. Нам нужно его еще положить пару раз. Убирай.
Да тихо, что ж такое-то? И шлопается. Надо его как-то пол... Все, я понял. Я тебя понял. Но у нас ничего рядом не было, поэтому я ничего не мог сделать. Давай, 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 Лежа. Срывайся нахрен! Бахнуло? Вроде что-то жахнуло, по-моему. Судя по звуку, что-то было. Вот, вот, вот. Я же говорю, помогает. Сядься, сынок. Хана тебе, короче. Так. Ах, такая атака была топовая сейчас. Так, он уходит. Блин. И мы сваливаем тоже. Он поменял позицию. У него практически половины жизни уже нет. Кристаллы, кристаллы, кристаллы. Зараза гребаная. Так, уходим. Оно-то бабахнуло, но, по-моему, не там, где надо. Ждем. Хорош. Но одной атаки мало. Надо несколько, чтобы он упал, видимо. Вот, две штуки. Две атаки, и эта зараза падает. Давай, 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 давай. Я просто хренею с этого. Как оно жестко, а. Тихонечко. Думает, куда ж деться-то? Мальчик, ты цел? Да! Я знаю, что делать. Готовься опустить кран по моей команде. Я не знаю, как он работает. Мне все равно. Будь готов. А, тихо. Тихо. Если что, мы можем заблокировать. Готово. Мы его должны оглушить, потом он должен, по идее, наверное... Тихо. Бля, разрушит, видишь, он рушит все время это. Бейте по когтям... А, я понял. А, я мог, в принципе, кинуть к его ноге, и тогда... Скорее всего, что-то бы получилось, подоверно. Тихо, подожди. Хилочки надо забрать, у нас не так-то много здоровья. Ты издеваешься, что ли, зараза? А, боже. Все плохо, все хреново. Давай так бросать. Да, не самый лучший расклад жизни. Так не получится. Сейчас попробуем подойти ближе. Вот, и давай я... Ты издеваешься, что ли? Вот теперь пошла молния. Вот теперь надо действовать активно. Давай, забирай. Открывай пасть свою, мать твою. Хорош. Хорош. Но этого мало, видишь? Этого маловато. Ха-ха-ха-ха. Так, он прилег. А вот теперь надо действовать активно. Давай, пускай. Вот это нервы, конечно. Я говорю, игрушечный дракон, как в детстве практически. Давай, 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 давай. Твою мать. Это больно. Фух. Черт, насколько это зрелищно было. Фух. Еле ходим, по-моему. Ого, мы его победили. А ты... Эй, но, драконов не убивали уже не одно столетие, со времен Великого Истребления. И если я не ошибаюсь, вы сделали это ради меня. Ты ошибаешься. Дракон просто был у нас на пути.
Говори все, что хочешь. Вы меня спасли. За это положена награда. Что это? Это стрелы Самелы. При ней, чем луч солнца, баланс идеальный. А, спасибо. Так, ладно. Погоди. Фу, не то. Говорили с моим братом? Да, сказал, ты утратил талант. О, и что, я себе любит? Нет. А еще, что мне важнее красота? О, нет. Чем качество? Что я напыщенный? Нет. И надменный? Суетливый? Я знаю, что он думает, но обидеть меня он не может. Проехали. У меня нет на это времени. Нет, 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 нет. Стой, погоди, погоди, погоди. У меня идея получше. Ну? Нужен зуб вот этого дракона. Ну, без проблем. Как говорится, говно вопрос. Зуб дракона. Я так понимаю, какую-нибудь хрень можно сделать с него, да? Драконоборец. Дракнобой. Так, чтобы взмахнуть левиафаном, нажмите R1. Раз. И еще раз. Два. И, наверное, еще разочек. Что за мерзость? Что за мерзость? Зуб дракона, как ты просил. А что за вонь? Слеза дракона, зуб дракона. Я бы все пособирал, серьезно, их тут очень много. Можно даже селфи делать прямо внутри здесь. И жить в этой пасти. Фух. Так, карта обновлена у нас. Удерживайте, чтобы открыть карту. Посмотрим, что у него тут интересного. Ну да, я это трогать не буду. Просто подержи его. А теперь проведи по тетиве лука своего сына. То ли огнем сделай будет заряжать, то ли хрен его знает чем. Атрей, твой лук. Двух раз хватит. Эй, полегче там. Вы получили шоковые стрелы. Стреляйте ими в кристаллы, чтобы разрушать преграды из сока мирового древа. Вот теперь мы можем проходить там, где надо. Так, стреляйте, понятно. Ого! Вот так. А вы не верили. Неплохо, неплохо. Что, прицелиться, нажмите L2. Да, мне это дело нравится определенно. Давайте посмотрим, что по броне можно сделать. Так, улучшение топора, улучшение лука доступно. Так, это нагрудники. Улучшить. Левиафан можно бы улучшить. Замерзшее пламя, давай сделаем. Успешное улучшение. На закладке навыки доступны новые способности. Хорошо. Так, левиафанчик мы сделали. Коготь. Поехали. Надо и пацана тоже, чтобы баланс был в этом деле. Так, готово. Оружие можно еще улучшать. Прибрать новые навыки за когти из Experience. Сейчас посмотрим. Что у нас по нагрудной броне? Так, легкая атлетическая. Но оно заберет минус 20 от силы у нас и даст восстановление. Мне кажется, не самый лучший расклад, наверное. Так, металлические наплечники. Я сейчас все посмотрю, чтобы было по уму это как бы. Броня для бедер. Не самое лучшее. Рукоятка для топора. Недостаточно. Кусок чешуи мирового змея. Ну, до мирового змея надо еще добраться как-то. Так, талисманы у нас, по-моему, были интересные. Достаточно ресов. Создать нагрудную броню. Минус 20 силы, плюс 8 защиты. Не для нас. Опа, вот это уже интересно. Но нам не хватает обломки древнего, чтобы это сделать. Я это обязательно сделаю чуть попозже. Так, нагрудная броня мы хотели, по-моему, сделать, да? Или что-то такое? Вот это вот мы хотели. Давай улучшим. Согласен. Что у нас еще интересного? Нагрудники, броня для рук, чары. Что у нас с чарами? Повышает удачу на 5. Сила рун на 3, удача на 5. Можно попробовать купить, в принципе, чтобы были в коллекции. Повышение удачи, символ хитрости.
чудесно. Пускай будет, рано или поздно где-то можно будет это использовать. Так, броня для рук. Броня для рук — такое себе удовольствие. Это нам не надо, чары. Чары мы смотрели. Так, продавать ничего не надо, потерянных предметов у нас не было. Давай коготь тогда улучшим, пацану. Лук прекрасный. Так, колчан когтя. Вроде бы все. До встречи, друзья. Ну что, господа хорошие, сделаем здесь перерывчик и в следующей серии отправимся таки уже на вершину, я думаю. Посмотрим, что там будет у нас. Потому что это самый... Или давайте, ладно уже. Я уже думаю прощаться. Но мне кажется, что надо дойти все-таки. Что-то тут как-то много проходов. И с драконом. Мы кого угодно одолеем. Мы побеждаем, потому что у нас есть цель и сдержанность, а вовсе не благодаря своему самомнению. Ага, я знаю, просто здорово быть сильным, понимаешь? Да, понимаю. Здорово быть сильным. Храбрым и эпическим. О, там до верха еще идти, я смотрю. Не все так просто, ладно. В следующей серии мы попробуем уже дальше поиграть. Пока-пока.